Всем привет! С вами Латкор, и сегодня у нас будет интересное видео. Видео такое полурекламное, полураспаковка. У меня рядышком стоит коробка, и тут написано Richter. Кто знает, что это за бренд, сразу лайк. Кто не знает, рассказываю. Это ремни. Это просто самые топовые ремни, которые я знаю. Я очень много перепробовал, в силу того, что я просто музыкант играющий, да, пробовал разные. У меня были всякие брендовые Fender, Gibson, были бутиковые ремни, все возможно. Я остановился на Richter, и поскольку мы занимаемся продажей топовых гитар в основном, мы решили взять самые топовые ремни себе. И самые топовые ремни — это Richter. Вот, так что смотрите, что такое. Richter ремни делаются в Германии. Made in Germany. И мы получили очень-очень-очень много этих ремней сейчас. Вот эта коробочка стоимостью, наверное, $1,005, чтобы вы понимали, что так все собрать, да, и продать сразу. Я не знаю, буду ли я все доставать, но так расскажу вам. Честно сказать, не помню стоимость, ты иногда можешь держать в руках там ремень. Он вроде хороший ремень, но он может стоить там $30, например, и быть не кожаным. Или это может быть абсолютно такой же похожий ремень, который вы смотрели перед этим, но он может стоить 200. Вот. Отличие, конечно же, тиснение, которое есть. Отличие — это кожа или кожзам, хотя кожзам также может быть дорогим, особенно если это Signature Series. Вообще, Richter делают ремни очень многим музыкантам, особенно это метал-сцена. Это в первую очередь Rammstein играет, Landers играет на них, вы можете посмотреть прямо в инстаграме Richter, Richter Straps, можете посмотреть тысячи фотографий, когда Ларс Richter, так зовут хозяина компании, он фотографируется постоянно за сценой с многими музыкантами. Вот. Так что Signature Series очень много всевозможных. Там Begemot, например, группа. Или, кстати, Motorhead Signature Lemmy с такими кружочками. Я покажу потом этот ремень. Их там несколько. И при этом они стоят, в принципе, адекватных денег. И это будет, я вам скажу, очень шикарное дополнение к вашей гитаре. Если вы возьмете хороший ремень, ну, посмотрел, взял, в руки пощупал. Ну, это, не знаю, это как винил просто. Классный ремень. Это классный ремень. Вы просто должны иметь с хорошей гитарой классный ремень. Смотрите, вот здесь Raw to Counter Leaves Nature. Здесь у нас тиснение, как листики. Это кожаный ремень. Он стоит, по-моему, долларов 40-50. Кстати, еще вот такие ремни, кто смотрит видео, например, не музыкант, это отличный подарок для музыканта. Я считаю, очень много у нас людей покупало. И много музыкантов покупало прям пачками. То есть их по несколько штук на все свои гитары в коллекции. И они хороши тем, что часто у них есть широкие и удобные ремни. В общем, у каждого ремня здесь есть цифра. Вот это 1497, например. Он... можете вбить на Latkor Guitars этот номер в поиск на сайте через браузер и найти этот ремень, сколько он стоит. И так, собственно, с каждым. Что у нас дальше? Погнали. Вот, например, широкий Raw 3 Contour Vintage Black. Вот, по-моему, как раз это кожаный ремень. Он долларов 70, наверное, стоит. 15.02. Сейчас что-то интересное посмотрим. Всякими штучками я буду шуметь, извините. Вот. Дальше расскажу. Вот Lemmy, например. Киллмейстера. Вот с такими этими, я не помню, кончо как-то. Не помню, как-то название есть у этих штучек, которые вот здесь лепятся. Они, кстати, такие есть у Slash'а, знаете, на этом, на цилиндре. Такие же штуки. И они есть вот это. Блин, непонятно.
черный вроде цвет или темно-коричневый, золотистыми, например. Есть такой же, но с сильвер штучками, они белые металли. Есть коричневый ремень, есть черный. Вот, вот, кстати, с белыми. С белыми есть. Вот LA, так. Lord Ehriman Signature Black. 1008 LA. 1008, кстати, я сам использую. 1008, он широкий очень. И вот здесь вот средняя мягкость. И не то чтобы слишком подушка. В общем, они очень классные. Я на свой Private Stock такой поставил и катаюсь с ним. Вот, но этот Signature Series, он тут всякие сатанинские звездочки, короче, для фанатов. Так, что у нас дальше? У нас 15-15, RAL 2 Counter Winkle Brown. Тоже с тиснением такой, он темно-коричневый ремень. Ах, так, погнали дальше. Вот тут какие-то черепушки. Черепушки, вот смотрите, вот такие вот. Не знаю, видно или нет. Если не видно, опять-таки на сайт зайдете. Это у нас 15.05 Уилл Адлер. Уилл Адлер у нас гитарист. Кого? Кого? Lamp of God. Вот, вот кого. А, это его signature ремень. Он тоже есть уже на сайте. Так, вот смотрите, какой есть замечательный Джефф Люмис Signature 10.15. Вот такой вот. Крутой вот с такой бляшкой фирмина его. Так, погнали дальше. Что у нас дальше? О, ну вот это вот. Угадайте, чье? Угадайте, чье? Конечно же, Пола Ландерса из Рамштайн. Black Red. Он, кстати, дохрена дорогой этот ремень. Долларов 200, по-моему, стоит. Ну, тут видно, конечно, кастомная работа, так все сплетено. Но смотрится довольно, знаете ли, сексуально. Очень красиво. А, так. Вот что-то в крови. Кровь, кровь. Гарри Холт Signature. А, ну понятно. Exodus. Вот, Гарри Холт. Кстати, у кого LTD есть 600-я Гарри Холта, вот отличный вариант дополнить ее вот таким вот ремнем. Тут типа... Каждый ремень такой, он с кастомной раскраской. То есть вот эти вот, тут так, красная краска, и она просто так наляпали на нее, знаете, как на ESP USA, кстати, кастомные есть такие. Они единственные в своей расцветке. Вот как ляпнуло, так и продают. Вот. Так, вот, например, собранный 15-14 RAL 2 Counter Winkle Pine. Коричневый тоже с тиснением, такой как помятый, красивый ремень, довольно толстый. Так, вот черный с белыми тоже, это Леми. Они, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, $74 стоят, и не очень много их заказывали. У нас их очень просто, это одно из самых таких продаваемых. Джефф Люмис. Джефф Люмис 1502 Винтаж Векси Блэк. Сигнатурный ремень. Вот такой вот. А, так, погнали дальше. Вот два сразу. Черные. Один золотой, один вот серебряный. Это тоже Леми. Они у нас есть. Всегда они есть у нас. Классные ремни. А вот и коричневые. Но, а нет, тоже желтый, белый. Леми. Фанаты Леми и Моторхеда. You are welcome. О, вот этот ремень вообще топовый, господа. Это, наверное, один из... Его, кстати, можно даже на бренд... На бас используешь, он длиннющий. Бренд Heinz Signature Black. 1520 BH. Очень крутой ремень. Мне он очень нравится. Он, правда, собака дорогой. Но очень красивый. Вообще он выглядит как будто, знаете, ремень на это, на джинсах просто. Но нет, это ремень для гитары. О, ну да, вот. 86 долларов. Ну, не дешевый, не 30. Эмаш, угадайте, что это? Конечно же, это Machine Head. Machine Head 1640.
Вот, этот, кстати, недорогой. Вот это, я точно напомню, относительно недорогой, и он очень широкий. Так что фанатов Machine Head рекомендую. Так, погнали дальше. Это еще не все у нас. Это у нас 1008. А, вот он. Привет, привет. У меня такое, это самый продаваемый, господа, ремень. Он широкий, относительно недорогой. 1008 Spring Break 1 Nappa Black называется. Один из самых любимых ремней и моих. И, кстати, кто знает группу из Харькова блэкеров Nocturnal Mortal. Ребята, если смотрите видео, привет. Вот они также себе такие ремни купили. Им очень понравилось. В турах используют. Так, 1491 RAW Contour Western Rose. Это коричневый, но он чуть более светлый, чем те, которые я раньше присылал. 1605 Рудольф Шенкер. Фанатам Скорпион придется по душе, но он больше как тряпичный. И тут такая молния у него. Можете посмотреть на сайте. Так, и... Это не ремень. Это не ремень. Это стриплоки. Локс. Я даже не знаю, честно говоря, они продаются отдельно вообще или нет, но я их беру у Ларса. Они хороши тем, что они небольшие, не очень маленькие. Они лучше, чем Данлоп. И лучше, чем Шалер. Просто хотя бы по своим размерам даже. Тут идет в комплекте ключик. Ну, замки и сами стриплоки. В общем, черные $25 всего лишь стоят. И не классно. Вот. И есть никелевые. Правда, я не помню, они стоят... Сколько они стоят? Не помню. Были никелевые, господа. Не помню. Где-то есть. Посмотрите на сайте. Кроме стриплоков есть cable holder. Cable holder – это такая штучка, которая держит кабель. Это очень удобно, особенно если вы заморачиваетесь по всяким мелочушечкам и хотите, как бы, стремитесь к идеалу, то вот такую штуку обязательно вам нужно иметь. Это 1405 cable holder. Стоит копейки вообще, но штука классная. 1405. Так, давайте посмотрим, что у нас тут осталось. Ага, вот это тоже популярное, но это, опять-таки, для играющих музыкантов в основном нужные вещи. Трансмиттер для Line 6 1424. Тут есть специально, он сделан под определенную систему, под какие, можно посмотреть у нас на сайте или на официальном сайте Рихтера. Так, это Line 6 1424. 1424. 1425. Вот, даже две штуки есть. Ух ты. Да. Они трансмиттер Pocket для Line 6 Relay другого. А, вот здесь написано G50 и G90. Вот у кого G50 и G90, милости прошу, стоят недорого. А штука очень полезная. 1644 трансмиттер холдер. Это универсальный. Подходит, ну, он там специально регулируется, такие на липучках он. И много на каких систем он подходит. Ну что, тут вот еще остался такой же. В общем, все. Это стриплоки, а это кейбл холдер. И пустой пакетик. С ремня, которого мы продали. В общем, все пустое могу показать. Видно, не видно. Если вы хотите какой-то ремень, и его вот в этой куче нет, которая сейчас подо мной, вы можете написать: Влад, я хочу ремень, вот такой, как у тебя на сайте, или хочу заказать ремень, как вот новая модель появилась у Рихтера. Они постоянно что-то обновляют, добавляют. Пишите мне. Предоплата будет маленькая, там процентов 30 недостаточно для совершения заказа. Мы собираем заказ вместе, ваш, еще чей-то, мой заказ, моего соседа заказ. Собираем все, отправляем сюда, и я потом новой почтой вам по Украине рассылаю. Вот, если вам нравятся ремни, а я уверен, они вам нравятся, если вы особенно посмотрите на сайте latcoreguitars.com,
и зайдете там аксессуары и ремни, галочку поставите. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Вот. И все. Давайте. Пока. До следующего видео.